Всем добрый день, здравствуйте. С вами Светлана Кривошлыкова и наша программа «Страна книг». У нас сегодня в гостях потрясающий человек, режиссер, народная артистка и, главное, преподаватель Елена Цеплакова. Добрый день. Добрый день. Сегодня мы с вами, вернее, с Еленой будем говорить о том, как можно совместить кино, театр и детскую литературу. Вот на каких стыках возможно классное взаимодействие так, чтобы было интересно и детям, и родителям, и библиотекарям, и вообще всей целевой аудитории. Здравствуйте, Елена, еще раз. Да, добрый день. Вот скажите, пожалуйста, сейчас вы начали работать с Союзом детских и юношеских писателей. У нас с вами много-много-много интересных проектов. И по фильмам, и по передачам, и по учебе. Сейчас не буду спойлерить, не буду рассказывать заранее, да, все секреты. Вот все-таки, вот какая ваша мотивация, почему вы решили работать с детскими писателями тоже? Ну, первое, что меня совершенно потрясла ваша книга, это энциклопедия детских сказок. Спасибо. Это что-то невероятное. От Калининграда до Владивостока проехать по всем районам, найти сказочных героев, рассказать. Причем это знакомство и со страной тоже, не только с историями. Да. Это потрясающе. Я, когда это увидела, говорю, это невозможно, нужно, чтобы все видели и знали. Спасибо. Вот. И когда вы пригласили, я с удовольствием согласилась, потому что на сегодняшний день это серьезнейшая проблема воспитания детей. Ведь мы все, вот мое поколение, еще Советского Союза, я говорю, мы воспитывались на книжках, на сказках, на замечательных, добрых, красивых мультиках. А сейчас вот это взять даже ту проблему, то, что новые районы, которые сейчас появились и появляются в нашей стране, там же совершенно уничтожена была и литература российская, и воспитание. Оно же, вот любой ребенок, он начинает воспитываться очень рано. Вы знаете, я так иногда говорю об этом, что вот есть такой праздник, введение Богородицы во храм. Ей было 3 года. То есть ее начали воспитывать не просто так вот в человеческом каком-то, в душевном плане, но и в духовном даже. Ну, потому конечно. Что личность человека, она тройственна. Есть тело, есть душа, есть дух. И вот сказки, допустим, старые, на которых мы воспитывались, там все это было. Там Василиса прекрасная, премудрая. Сказки учили каким-то нравственным ценностям, необходимым совершенно для ребенка с самого раннего детства. Вот я сейчас иногда вижу какие-то детские мультики современные, и меня, честно говоря, коробит вот это такое, оно все экшн-движуха. Мало того, самое главное, что очень часто бывают рисунки и герои уродливые. То есть, когда человек с детства привыкает к уродству, знаете, кто-то из батюшек сказал, что грех, соделавшись привычным, перестает быть отвратительным. Вот это воспитание такого уродливого восприятия жизни, героев, такого ироничного. Ведь что, вот некоторые даже сказки какие-то более-менее современные, там я иногда, лично я иногда улавливаю какой-то такой момент сарказма, сатиры. А сатира не божье дело, потому что она уродует личность. Согласна с вами полностью. Понимаешь? Поэтому жесткий такой, жестокий юмор. Жестокий, взрослый, взрослый юмор. Но они на этом начинают воспитывать детей. Понимаете? Поэтому ребенка, то есть все, что человек видит, с самого раннего детства, оно закладывается в подсознание. Мы никуда от этого не... Впитывает, как губка. Конечно. Ребенок, а потом вырастает то, что вырастает. И это его формирует. Формирует, да. Сознание, формирует отношение к жизни, к людям, к себе. Поэтому я считаю, что вот на сегодняшний день, из-за того, что у нас все коммерциализировано, и особенно кино и телевидение, потому что там... Ну вот я сняла детский сериал «Полосатое лето», 6 серий. Угу. Замечательная история, где дети поют, танцуют, у них ансамбль, они спасают реликтовый лес от, так сказать, экономических бандитов там, и так далее. То есть там история замечательная, но его не показывают особенно, потому что рекламу ставить нельзя в детские фильмы.
Ну Он да. есть в интернете, но его не показывают. Я сняла «На тебя уповаю», где у меня 5-летние дети, детский дом. Прокатчики не взяли в прокат. Это, правда, был 92-й год. Говорит, зачем такое грустное кино? Я получила кучу призов и за границей, и у нас в То есть за стране. границей оценили, а у нас Нет, у даже нас пока тоже пишут. оценили, но только это не повлияло на прокат. Ну. В лучшем случае 8 утра по То есть телевидению. у нас получается между, так сказать, деньгами и действительно ценностями, тем, что нужно, все-таки выбирают сейчас Я деньги. надеюсь, сейчас будет это меняться, потому что на самом деле это очень серьезная тема, литература, и кино детское. И вот мне очень понравилась твоя идея, о том, чтобы провести лекции. Я вот Юрия Михайловича Беленького для этого тоже подтянула. Мы можем устроить такие встречи с писателями. Они хотят научиться писать сценарий. Проблема в чем? Можно написать сказку, но это... Если это не мультик, то бывает очень сложно адаптировать на язык кино. Вот как раз и нужно, чтобы писатель знал, Конечно. какие есть нюансы. Вот, Да. допустим, я пишу книгу. Если я сделаю, там, не знаю, 10 героев, можно снять такой фильм? Можно, конечно. Дело А не в два этом. героя, а дело не в этом, а в чем, да? То есть, смотрите, Возможности перевести литературу на язык кино. Потому что вот сейчас, например, если говорить о сериалах, там вообще почти в сценариях не пишется рассуждение. Почему? Потому что это должно быть все видимо. Есть ремарки. Человек должен сам понять, сам считать. Режиссер работает, придумывает, как это показать и так далее. То есть это должно быть видимо на экране. Потому что можно написать несколько строк, которые, ну, а как ты их покажешь на экране? Значит, это либо должен быть текст какой-то объясняющий. То есть есть проблема перевода литературы на язык кино. Не любую литературу можно адекватно снять. Поэтому вот твоя идея сделать лекции для писателей, особенно детских, это очень важно, потому что именно детские писатели. Я недавно была во ВГИКе у Юрия Михайловича, как раз на его курсе, он ведет курс режиссуры. И я студентам предложила, говорю, ребята, вы снимаете курсовые работы. Есть фестивали, на которые могут попасть ваши работы, если они будут касаться там, вот сейчас год трудового человека, да, вот фестиваль «Антарес». Он будет первый фестиваль в июне в Сочи. Я там буду председателем жюри художественного кино. Я уже договорилась с продюсерами о том, что мы обязательно сделаем там выставку продажи детских книг. Класс. Обязательно можно будет устроить встречу зрителей и С участников писателями. фестиваля с писателями. Обязательно сделаем. И это же здорово. То есть Да. мало ли у кого-то из режиссеров возникнет идея какую-то Можно сказку снять. питчинги же устроить, например. Конечно, да. Но все это можно сделать. Я поэтому говорю, что здесь работа не початый край. Почему? Потому что у нас это все в несколько таком заброшенном состоянии из-за того, что это не... Я в свое время пыталась там организовать какой-то свой фонд со своими программами интересными, но я это все забросила, потому что я походила, и мне просто сказали, говорит, Лен, на детях денег не заработаешь. Ну. Поэтому вы энтузиасты, я Мы. тоже, и поэтому я с удовольствием с вами соединюсь, насколько возможно у меня будет времени и возможности, я буду помогать и придумывать какие-то... ситуации, какие-то идеи такие, чтобы можно было действительно как-то с литературой, с писателями общаться, выводить их на общественное какое-то обозрение. Это очень важно. Спасибо. Поэтому мне это очень нравится, потому что сегодня вот даже смотришь какие-то сказки или еще что-то, все равно снимают взрослые. Они вроде как для детей, но все для взрослых. Я, знаете, хочу, вот вы сказали фразу, что на детях денег не заработаешь. А я хочу сказать так, что В детей надо вкладывать. их надо растить, воспитывать, Да. чтобы за них не было стыдно. А те, кто думает, как бы, ну, заработать, там, урвать, ну, они и дать ничего, мне кажется, детям хорошего не могут. Поэтому у нас вот на самом деле в Союзе подтягиваются такие писатели, вот они действительно Ну, энтузиасты. здорово. Они действительно вот хотят что-то дать детям. Они хотят писать, они хотят Да. встречаться с детьми, ездить в детские лагеря, проводить с ними встречи Это и очень учиться здорово. писать сценарии хотят. Да, И потому это, что, кстати, важно. ну, они напишут сценарий, принесут на студию, вдруг захотят снять. Я Найдутся люди уверена. наверняка. Многих, вы знаете,
знаете, мы делали сейчас сбор заявок на экранизацию. Там к нам обратились два режиссера, продюсера, извиняюсь, я путаюсь, я не из этой сферы. Вот. И мы собрали более 100, да, Заявок. 100 заявок от писателей. То есть я им примерно составила, что там должно быть. Ну, это, естественно, там не синопсис, да, Ну но это они произведения свои прикладывали, там, логлайн, вот эти все вещи. Вот. И, ну, сейчас рассматривать. Могу, кстати, вам тоже базу скинуть, вдруг понадобится. Но это огромная база. Я к тому, что писатели готовы Очень сотрудничать. хорошо. Просто Это нет нужно. знания как. И я думаю, что вот эта ваша идея как раз вот с Авгиком, что проведут вот эти встречи, расскажут, как писать сценарий, особенности. Может быть, там не одну встречу, не знаю, сколько нужно Ну, встреч, посмотрим. как оно пойдет, да. Это же все Вот. такое пробные какие-то Кстати, вещи. эту встречу я планирую сделать в рамках проекта «Книги нового времени», потому что у нас сейчас писатели учатся писать воспитанные книжки. О, как Это к хорошо. вопросу о смыслах, что вы говорили, потому что действительно у нас сейчас ситуация, когда вот есть мультики, красивые, яркие, вот быстрые. Не всегда красивые. Не всегда красивые, Да, к а хочется, сожалению. чтобы они были и красивые, и со смыслом. Обязательно. Вот Вот с знаете, нашими есть ценностями, с нашими Свет, у традициями, с меня нашими просто мне очень нравится одно интервью Антоновой, президента Пушкинского музея. У нее было интервью чудесное, где она пишет: «Я хочу быть нагружена высшим смыслом. Тогда я иду и размышляю об этом. Просто так и я могу что-то сказать». Говорит, но мне хочется, чтобы это было больше меня, чтобы я об этом Глубже. размышляла. Да. И вот это, я считаю, очень важно именно для детей сегодня. При том, что дети развиваются сейчас очень быстро, они другие, не такие, как мы, потому что все, весь мир такой очень активный, и интернет, и все остальное. Но очень важно именно закладывать эстетическое, Согласна. этическое. Да. Это то, что всегда отличало русскую культуру. Если этого нет в произведениях, ни этического, ни эстетического, то, ну да, это такая некая продукция. Но результаты ее, это же все входит в подсознание. Все, что человек видит, входит в подсознание. Черниговская об этом говорит. Мы засоряем свою бошку. Мечтаю с ней познакомиться. Я Потрясающая тоже. женщина. Она Все ее передачи фантастическая смотрю, женщина. да. Да, я тоже смотрю, да. Ну, вот на И я думаю, что детей. вот ее сюда тоже пригласить, вот в эту историю с общением с писателями Попробуем. детскими. Потому что она фантастически выкладывает просто, вот вкладывает в мозги правильные вещи. И как-то А вот, ведь вот, да. да, детей, если, знаете как, я вообще считаю, что детский писатель, это, ну, его можно, наверное, сравнить и с педагогом, С наставником, с воспитателем. воспитателем, потому что писатель влияет на ребенка Конечно. словом. И вот то, что А слово писатель, на... творит. а слово творит, да, и все, Да. что писатель заложит в свою книгу, ребенок в себя это пропустит. Знаете, вот можно есть вот этот фастфуд, да, который ты Нет. проглотил и выплюнул, а можно питаться хорошей едой. Так вот, я хочу, чтобы наши дети, Это духовная пища. да, потребляли хорошую еду, читали правильные книги и Я росли тебя прекрасно воспитанными понимаю. людьми. У тебя самой дети, поэтому я понимаю, почему ты этим занимаешься. Ну, это да, для меня это важно. Конечно. Вот, и хотела, знаете, еще спросить, вот как вы считаете, вот кроме того, что ребенок должен, ну, должен, мне не очень нравится слово, да, кроме того, что ребенку нужно давать вот эти вот, как мы сказали, в книгах должны быть художественные, да, Этическое, этические, эстетическое. эстетические, да, вот. И, естественно, смыслы А вот серьезные, духовные. как вы думаете, какие смыслы, ну, первично нужно давать детям, ну, не знаю, там в возрасте, ну, может, там 5, 6, 7 лет, вот, Я себя изначально очень хорошо помню в 4 года. И что самое важное? важные взаимоотношения с людьми. Со сверстниками, Да, с взрослыми, со этим всеми. миром, да, вот воспитывать, потому что я в свое время, когда начала сниматься, мне было, правда, уже 14, меня потрясло тогда отношение Динары Асановой. Она с нами очень по-взрослому общалась с ребятами. Она говорила: у вас должно быть свое мнение о том, что вы видите вокруг. Вы можете ошибаться, вы повзрослеете, вы поумнеете, у вас изменятся там какие-то представления, но они должны у вас сейчас быть. Вот я иногда смеюсь, но очень хорошую фразу мне прислали в соцсетях, что молодость и красота проходит, поэтому наращивайте не ресницы, а личность. Класс. Вот самое главное, Вообще, фу. самое главное,
воспитание личности человека. Это да. Господь так устроил, что нет двух одинаковых людей, мы все разные. Но то, как человек воспитывается, в первую очередь, конечно, семья. Отношения с родителями, с близкими, с друзьями, с ребятами, которые там в твоем дворе и так далее. То есть вот Достоевский же замечательно писал, он говорит, что мелочи жизни так же важны, как и огромные события. На мелочах человек воспитывается, в мелочах проявляется его личность. Вот мне там иногда говорят, вот твое внутреннее, это твое личное, это не обязательно, чтобы кто-то понимал. Я говорю, да как мы в очереди стоим, видно вся наша и духовность, и душевность, и все Полностью наше согласна. состояние. Поэтому вот очень важно, чтобы действительно воспитывала личность, лицо твое, как ты, что ты в этом мире представляешь. Потому что в любом... Я сейчас тут однажды тоже увидела. Вот хорошие вещи есть в интернете. Спрашивали очень маленьких детей про любовь. Что такое любовь? И там чудесные совершенно высказывания детские. И победителем была история, когда дедушка сидел и плакал, а ребенок пришел, забрался к нему на колени и ничего не говорил, просто сидел с ним. И потом мама его спросила, говорит, а что, вот что ты делал? Почему ты у него сел на коленки и ничего не говорил, ничего не говорил? А я просто помогала ему плакать. Я сейчас сама заплачу. Ну, это потрясающе. Маленький ребенок совсем. Вот Какая он уже глубина? на уровне отношения человеческого. Вот дедушка плачет. Он не стал его спрашивать, почему. Он не стал ничего. Он просто сел с ним рядом на коленке и сидел с ним рядом. Помогал ему плакать. Это уже личность, это уже проявление личности ребенка, совсем маленького. Поэтому я считаю, что литература детская, фильмы детские, мультики, вся вот эта продукция, которую могут видеть дети, ну, естественно, дом и все. Я вспоминаю, как там нам сказки читали, бабушка, там, родители, как это важно, потому что любая интонация, вот у меня один священник, друг, он сказал удивительную вещь, потому что в церкви обычно все-таки читается достаточно монотонно. Он мне говорит, интонация – ключ к содержанию. То есть сказка может быть написана, но как ты ее прочитаешь ребенку, с каким чувством ты это преподнесешь? И вот это уже Вот эта вопрос к интонация, родителям, да. да, что, уважаемые родители, обязательно читайте детям перед сном. Я Конечно. до сих пор вспоминаю, как мне бабушка читала перед сном, и это было самое лучшее время. Она, конечно, вообще, она мне читала «Малыша и Карлсона» перед сном по миллион раз вообще, я наизусть знала. Но это как это было приятно. Или мама, когда читает. Потому что голос Да. это интонация, это вибрации определенные, которые определенным образом воздействуют на человека. А еще ты лежишь со своим любимым человеком, там мамой, бабушкой, не знаю, там папой, кто угодно, да, Сейчас, к и чувствуешь сожалению, из-за запах, вот это сумасшедшей все. жизни очень многие родители как бы, ну, спихивают на интернет, Спихивают на телефон. на аудиокниги в основном, да, Да. или есть сейчас, ну, большое количество там, есть и книги теней с аудио вставками, и аудиокниги, но это, к сожалению, не то. Ну, как заместитель Вот знаешь, сойдет. даже сказку, которую можно там на радио начитать, да? Ну, вот человек читает, и он работает с микрофоном. А когда есть рядом ребенок, который смотрит тебе в глаза, Да. чувствует твое Еще тепло, почитай. или ты, когда ты обнимаешь этого ребенка, конечно, разное восприятие и даже подача материала другая. Поэтому, конечно, вот это важно, чтобы вот это, почему воспитание возвышенное. Возвышенное питание. Да. Понимаешь, вот для меня это так вот, мне кажется. И идей много. Всяких не будем сейчас все рассказывать, главное, чтобы они воплотились. Надо немножко заинтриговать наших Да, зрителей. да. Елена, спасибо вам большое за прекрасную беседу. Надеюсь, мы еще увидимся и еще поговорим о книгах, о кино, Да, о посмотрим, театре. вдруг появятся плоды какие-то наших Да, мечтаний и будем совместных. работать. Да. И до следующих встреч. С вами была Светлана Кривошлыкова и Елена Цыплакова.